Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Привет, мамочка, привет. Настюша, привет, ты тут? Я же ей била с Долгопрудного. Да, как у тебя дела? Что, там есть кто-нибудь? Молодая, да, подруга моя. Один человек всего? Да, один. Как это так? Было бы лучше, если бы кто-то... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Погоди, да, я посмотрю. Не надо там. Ну, а что, это обещание? Обещание? Да были у нас там такие обещания. Друг другу обещали. Быть всегда вместе. Ну ладно, нет, мы этот... Да я этот обещал встретиться, но я так и не встретились. Нет, мы скоро встретимся. Скоро. Да. 20-20. Дайте. Читай, тебе пишут. Чё? Опа. Не понял, что там было написано? Пинка мне дайте. Кому тебе? Ну да мне не давай, не обратно, мне не надо, 20. Сука. Надо. Да не, он хороший мальчик. О, да. И по вопросу не получилось, наверное, да? Конечно. Просто, не, просто так сложились, так просто сложились обстоятельства. Я тебе потом объясню, почему. Вот. Я видел трансляции. Сфрунзе, да? Что ты рассказываешь? Нет, ну первые дни у меня там реально были обстоятельства. Я тебе потом скажу, что было. Вот. Вы кто? Я? Мальчик. Ты тут, Настя, нет? Или ты уже ушла, обиду покинула? Как дела? У меня отлично, у тебя как? Тут. Я, короче, смотри, Надя, давай так. Вот сейчас. При всех скажу. Вот я приезжаю 20 там какого-то мая. И на 4 месяца в любой день я тебе пишу. Вообще каждый день, любой день. Мы с тобой там культурненько отдыхаем. Я разве во время работы? А разве во время моей работы можно отвлекаться, какой работы? Я научаю. Ты согласна, Настя? Как ты не веришь? Я тебе обещаю. Слушай, давай расписку напишу. Четыре есть миллионы шансов. Напиши. Короче, я сегодня напишу, сфотографирую, тебе отправлю. Ты там все заверишь. Я тебя понял. Эй, Антон. Протюнь, ты кем работаешь? Я не работаю, я еще учусь на пилота.
Настя, ты поедешь меня встречать в мае? Что я делать не хочу? Да, WhatsApp. Сейчас. Да. Я думал, ты мент. Нет, я не мент. Да, что? А где ответ на мой вопрос? А, вот, Настя, ты зашла. Где ответ на мой вопрос? Ты будешь меня встречать в мае или нет? Я красиво поеду? Я в форме поеду. Что? Смотрю на твое поведение, такое красиво, приеду в форме. Я себе погоду купил, командиром воздушного судна. Так что все. Я приеду в рубашке, в беленькой, в форме, в галстуке, в погонах. В погонах командира воздушного судна. Так что тебе будет не стыдно со мной идти. Что и где ответ вообще?